Совсем просто, но мне как виделось, наверное, футболистам, когда обоим остальные остаются готовиться к Загребу и появились новые лица, наверное, я так думаю, эмоции у команды на высоком эмоциональном уровне, что с моей точки зрения это мешало более осознанной игре в профи. Очень большой объем работы и достаточно на хороших скоростях. То есть команда двигалась последние минуты там на матче, потому что планировался он как-то немножко по-другому, более осознанно, более с длительным контролем мяча, с изменением направления и более бросить ни одного камня в сторону футболистов, потому что еще раз повторяю, иногда эмоции захлестывают, хочется быстрее, и это где-то мешает непосредственно в выполнении конкретной цели. Думаю, что если брать по моментам, у остальных было достаточно, и в общем-то у нас были для взятия ворот все возможности. Думаю, что где-то матч закономерно, ничего не получится. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, Юра. Нет, по игре нет. По игре нет, ни у кого нет. Да. Владимир Васильевич, вот то, что сами сказали, к концу матча физически подустала команда. Это было видно, там начали сводить ноги. Да. У ребят, с чем это связано? Мое мнение, я уже ответил, вы просто немножко не уловили. Я надеялся, что будет в игре аритмия. То есть высокий темп сочетался с контролем мяча для варианта впереди. А мы непрерывно вперед-назад бегали, и я думаю, что проделали больше, чем в какой-либо игре вот до этого прошедших. Объем работы. И в связи с этим вот эти вот нюансы пошли. Но мы их видим на чемпионате мира, когда человек на пределе возможности двигается и там сказать, что команда физически не готова, я не могу. Это не так. Все. Спасибо. Спасибо.